Учебный центр «Градиент» появился в Костроме в апреле 2016 года. Компания создана для того, чтобы проводить как внутреннее, так и внешнее обучение персонала. Внутреннее обучение проходят все сотрудники группы компании «Теплогарант». Внешнее открыто для представителей малого и крупного бизнеса. «Градиент» выбирают те, кто хотят получить в руки эффективные инструменты управления, позволяющие предприятию расти и развиваться. Обучающий центр организует семинары, тренинги, практикумы, направленные на улучшение и процветание компаний. Информацию о предстоящих тренингах «Градиент» размещает за несколько недель в социальных сетях. Подать заявку на выбранный курс может каждый. Мы будем рады сотрудничать и помочь в развитии как крупному, так и мелкому бизнесу. За время работы мы уже нашли единомышленников и предоставили им знания по инструментам админ-технологий. Это такие компании, как «Вкусные суши», «Стоматология Мишутка», журнал «Номер», «Промальянс», «Нефтехимспецстрой». Меня зовут Владислав, я пришел в компанию «Теплогарант» около года назад в качестве рядового сотрудника. Сразу же начал проходить корпоративное обучение, то есть 3 курса, организующая схема, управление на основе статистик и системы коммуникаций. Применил эти инструменты на практике, добился высоких результатов и уже сейчас возглавляю отдел персонала. Компания поощрила меня обучением в городе Санкт-Петербург. Это существенно подняло мою квалификацию и доход компании в целом. Мы будем рады сотрудничать и помочь в развитии как крупному, так и мелкому бизнесу.